подам заявление на вас, поняли? Ты, блядь, маньяк, недоделанный нахуй, объясни. Я вот это все за РП играю, заебало уже, ей-богу. За любую профессию, как играю, ну, заеб. Давайте, вот, Фантом Скрипач, хорошо. ТП, поигра как себе. Привет, у тебя жалоба. Экология, пожалуйста, кто меня убил? Ага, да, сейчас. Сейчас я логи открою, и все, сейчас тебе скажу инфу. Так, тебя, сейчас скажу, я кто убил. А, тебя убил Морти Смит, маньяк. Уйди отсюда. Ебать его, обоссал. Уйди отсюда. А, тебя убил, получается, маньяк. Я просто не такой сделал. Что? Я просто ник себе сделал с пропиской скрабать, потому что я фанат его, блядь. Это такой пиздец происходит. Так, давай, тэпай его сюда, я тебе объясню, почему так. Короче, когда он меня, так скажем, резал, он резал без татуировки слэш-ми. То есть он просто начал резать на этой установке. Хорошо, я сейчас почекаю логи на татуировки и на то, что он пишет. Так, просто надо сейчас его тэпнуть, и он сам там скажет тогда. Ща я поспекаю, что он делает. А, да он забаненный уже. Маскировку такую нельзя использовать. А, нет, он не забаненный. Ребята, у вас на него жалоба? Он вообще нужен вам, нет, вот этот Морти Смит? Да. Ну, у меня на Мастер Дэм жалоба. А на него просто тоже жалоба пришла. Он, получается, чела ёбнул из-за того, что, ну, без отыгровки слэш-ми. Вот, проблемка. Я в чате не увидел никаких логов о том, что он отыгрывал. Да, я тоже заметила, и маскировку. Ну, короче, интересно, челик. У него что-то выходит, как я понял, да? Я так понимаю, он убивал в полицейском участке, а за маньяка, да? Не, за Джиггернаута, он с пулеметом бегали за маньяка, я так и не понял. Нет, у него маскировка. Три часа на серваке наиграно. Вы у него реально хотите что-то на серьезе узнать? Он же правил не знает буквально. Он не знает, кто он такой. Просто накажите его, да и все. Я до сих пор правила не знаю все. Браток, короче, ему сейчас таких пиздов выпишут. Можешь его не выцеливать, все нормально. У него на Мастер ДМ на так него жалоба давай, пришла. Так, подожди, давай, туда. А что ты ему, что-то сказать хочешь? Да мне чисто интересно, что сейчас там будет. Я хочу ему, я ему хочу рассказать полностью, что он. Давай. Ребят, повремените с баном, пожалуйста. Сейчас человека, который жалуется, тэпнул, он что-то хотел узнать касаемо жалобы, говорит. Вот. Вроде бы там еще какие-то подробности. Скрипач, я тебя тэпнул. Ты, бля, кусок скелета, объясни мне, зачем ты без фотографии со смичей-то ходишь и пиздишь всех? Ты, блядь, маньяк недоделанный, нахуй, объясни, почему ты, сука, без отыгровки так делаешь? Ты едешь, блядь, ты не боролся. Потише, пожалуйста. Давайте. Сохраняйте, да, это просто хорошо, разговор на повышенных тонах, я могу вас заверить, тут ничего такого нету. Продолжайте, пожалуйста, скрипач, давайте. Объясни мне, какого хуя ты, блядь, зашел в этот серп, блядь, и без правила, сука, ты не прочитал эти, блядь, ебейшие, сука, легкие правила, блядь. Это минимум РП, блядь. Ты не прочитал эти правила, я просто... Я же не просил, блядь, исполнять, блядь, допустим, не знаю, Сергея Головкина, блядь, маньяк петил, Чикатило, блядь, что там еще есть, я не помню, там вот 42 человека еще уебал, блядь. Я же этого не просил исполнять, я просил просто вот так вот писать. Правила надо читать. Ну, короче, что у него выходит? Все, вы можете, ну, поспокойнее себя вести, вы... Излили душу. Вот так вот просто, блядь, обязательно. Все. Фантом, мы прикинь, поняли. Блядь, правила читают, мы нахуй. Поняли ваше негодование. Пожалуйста, спокойнее теперь себя ведите, иначе у вас будет просто неадекватное поведение на жалобе, хорошо? Да. Каким бы просто злостным он не был нарушителем, вы также можете нарушить правила, находясь на жалобе. Поэтому у него выходит Мастер ДМ или что? Правила профессии точно нарушено. Так правила профессии, что у него выходит? РДМ, скорее всего, Мастер. Ну, скорее всего, Мастер ДМ. Чекните масс. Ну, за НРП дайте ему час, получается, максималку. И за фрикилы. Час не дают за номер, там 30 максимум. 30 в смысле, максимум. Раз, 3, что, там логи тоже, да, чистились? Ну все. Готово. Блять, что, я еще ее забанил? А, нет, показал. Да, все, ни за что. Тебя вернуть куда? Да, я сам мог спустить. Ну, хотя давай кто.
буду дом, если я без дома. Ля, мне еще и плюс реп накинули. Че сказать? Пицца, говорили. Нахуй. Понятно. Мне бы пиццу, а не удар. Дай мне пиццу. Дай покушать, я кушать хочу. Ебать, его обоссал. Делай, делай, суету. Я просто под прикрытием. Вы неадекватно ведете себя. Сейчас, Янка, я тебя арестовываю. Я буду свободным. По-плохому будет. Да ты меня не арестуй. Угу, еще плюс вера. Ну, у тебя идет нон РП. Получается. Ну, скрипач. Поменял профессию. В то время, как я поменял заголовную ручку. Ну, а ты на сколько свои действия по адекватности оцениваешь? От 10 до 60 минут бана. Ну, минут 30 максимум. А я вижу тут 90. Я просто... Я до трех считаю, что пристал к стене. Какой-то, блядь, свой. Финал, он стоит там снаружи. Тут не надо. Давай, сигласуй, срахи. Слышишь, Сиксап, мне надо доверяться... Сиксап, мне надо доверяться скину или... Вот типа, то есть, что с агент FBI, ну, сверху, но снизу он элитный бандит. Вот чему мне доверяться? Факту одежды же? Ну, ты не видишь, что сверху написано. Он что, пьяный или нет? Иди сюда, Джиггернаут. Ты так хотел написать. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас нарушено правило нон-РП. А в чем нон-РП карается? Нон-РП в том, что вы за полицейского неадекватно себя ведете, оскорбляете и оскорбительно себя, в общем, ведете по отношению к другим гражданам. Для этого увольнение есть. Странновато, что вы, будучи госом, берете и нарушаете так спокойно законы этого города, за которые вы обычно наказывать должны людей. Ну тогда увольняйте, пусть меня будут. Нон-РП это другое. Нон-РП в том, что вы как раз таки берете и пренебрегаете этими законами, причем при мэре, при других госсотрудниках. Неадекватное поведение. Ну да. Оскорбление гражданских. Вот для этого есть такие причины. Ну, да, вот. Да. Но тем не менее, если, к примеру, тебя не вот уволили, говорю, ничего да, не мешает. Да, увольнение. Да, я же говорю, увольнение есть. Но тем не менее, если тебя никто не уволил, ничто не мешает тебе выдать за это нон-РП, даже десятку ту же самую. Ну, типа, я не сильно нарушил, тем более здесь можно и уволить просто. Может, отпустите на первый раз? Я тебя могу отпустить на первый раз, но я за тобой буду спекать время от времени. Хорошо, я вас понял. Окей. Больше не буду решать. Return me. Поспекаем. Не трогайте, пожалуйста, кейпад. Спасибо большое. Какой он вежливый стал. Охуеть. Это кто? Это бандит? Чё, кто это? Мне кажется, что больше прошло, чем 4 минуты. Ну, отпустите нас в ресторан. Лицом к стене. А что он сделал? Просто так ударил или что? Логос. Дамаг, интересно, был? Какая песня? Алло, кайфы, кайфули, кайфы, кайфы. Но он спровоцировал, я увидел это. Пойду к себе домой. Урон был? Это реально? Такое бывает? Опа, суета делает, суета, суета, суета. Какой белый плат, чай, да. Ну да, он палкой ёбнул по челу. Ну сейчас закончится это все говно, я его так... Ну все вроде бы закончилось. А для чего ты в ТЦ полицию спровоцировал палкой и убежал от них? Я мисклик не хотел. Это не похоже на мисклик, если демку пересмотреть. Так в смысле? Откуда ты можешь найти? Мисклик это не мисклик, я говорю мисклик. Ну то есть ты взял, ударил по ним, вместо того, чтобы объяснить, что это мисклик, и тебя бы поняли, ты убежал от них, зная, вот ну, куда бежать, да, и начал перестрелку. Начали. Ну да, да, да. Ну, в смысле, подожди, почему перестрелка? Я не стрелял, начнем с этого. И во-вторых, я на рандом бежал. На рандом бежал прямо вот в бедный район. Ну? Ну и где тут мисклик, по-твоему? Мисклик, когда я ударил случайно человека. Когда ты просто бегал по воздуху, махал, это еще ладно, это еще хрен с ним. Но ты просто прибежал, посмотрел, что тут происходит, и ударил госсотрудника. Ну я говорю, я случайно ударил, я же только один раз ударил. Это вообще не похоже на мисклик. Я мискликнул, я дальше иду. Ну хорошо, можешь дальше утверждать, что это мисклик, но это не мисклик. Добрые граждане, зайдите ко мне в квартиру, и я покажу вам свой пенис. Вот это заявление. Не трахнешь. Нет, я боюсь. Не рабану. Не волнуйся, я тебя не буду грабить. Стой, я тебя не буду грабить. Я всего лишь достану вот эту куколку и делать силой военные мысли сделаю, чтобы вы мне скинули 5 так тысяч. Тысяч пять. Ты меня захуеришь. Давайте.
Я просто так, это так, социальный эксперимент. Да не, я долбоёб, я социальный эксперимент не поддерживаю. Меня гнобили в школе, мне в рот плевали. Я ходил за всеми харчки, ну, подбирал, ладно. Мне в рот ссали. Вот, что, родители меня бросили, у меня было тяжелое детство. Ага. В принципе, и в игре меня грабят, я, получается, вообще никчемный, и в жизни ничего не добился. Пиздец. На, давайте, короче, буду колени простреливать. Я привык на коленях стоять, это мое обычное действие, когда ты по утрам. Будешь у меня теперь жить. Спасибо большое. Коротко о том, как найти девушку. Так, на пропитание тебе вот пицца. Я согласен жить в рабстве. Бля. Сейчас я тебе кое-что принесу. Анус с блёстками, анус с блёстками. Он походу интро смотрел. А, я понял, что он ей понесет. Я понял. Я хочу досмотреть эту РПшку, это пиздец какой-то. Здравствуйте, а я подружку у вас потеряла. А, ну, подружка тут... в квартире должна находиться, и зайдите, вы будете ей... Давайте, давайте. Это она там в туалете сидит. Привет, любимая! Идите к ней, иди к ней, сидите. А у меня месячные закончились. Сидите в туалете, я сказал. Так, если что-то будет социальный эксперимент. Сюда, зайди, зайди, быстрее, быстрее. Проживете ли вы 2 дня в туалете? Если вы... Вот, вам банка. И вот это. Если что, не пиздитесь. Все, сидите тут. Спасибо, босс. Чтобы вы не сбежали, я вам проломлю колено. Нет, нет, пожалуйста, я девочка. Здоровые отношения или что? Это гайд какой-то. Я доверяю, босс мой, поверьте. Нет, только не мне, пожалуйста, прошу, прошу, пожалуйста. Я ожидал, что он банку с травой разобьет, промахнется. Хотел по ногам, типа, дать им монтировкой. Разбил банку, из-за этого разозлится и начнет с ними пиздиться жестко. Все, тихо сиди, тихо сиди. А тут чел себе, получается, нашел девушку, он ее посадил в ванну. Говорит, ты будешь у меня, говорит, больше в рабстве, вот тебе пицца, вот тебе водник и трава. Камеру, вот сейчас будет эксперимент, сможешь ли ты в ванне провести. И говорит, чтоб ты от меня не сбежала, я сломаю тебе ноги. Пришла ее подруга, и говорит, они особо и не против, раз трава есть. Это базированные, да, отношения? А курить как, сука? Я зависим. У нас что-то не то, у меня уже есть пиздец. У нас какая-то хуйня. Тут эталон. Я против тех, кто против наркотиков. Не бей, слышишь ты? Обычный базированный эталон женский, кстати говоря. Станьте лицом к стеночке. На каких основаниях? Ну-ка поясни. Нет, ну это пиздец, неуважение. По новой, встаньте лицом к стеночке. Давай встану. Да блять. Что за долбоёб? Здорово. А для чего ты это делаешь? А он беспричинно человека связывает. Я не понимаю, он госсотрудника связывает. Я его говорю, одумайся, типа. Ну, так и не делается. Ты можешь уволить его. Ну, а чё он связывает сотрудника к себе ставит без причины? Вот я его повязал, хотел уволить, он человека проверять, мол, пытается. Его развязывает опять. Нет, вижу, ты берешь его, опять. Заковываешь наручники уже 2 раза. Так он госсотрудник, мы с ним работаем. У него друг мой, госсотрудник. Ага. Ну, где фрикав? Так а что, если он моего друга хочет арестовать, я не знаю, зачем, он госсотрудник Фибовец, мы с ним общаемся. Я не понимаю, в чем прикол. Готово. Но он друга моего хочет арестовать. Он, блядь, даже ни слова про арест не сказал. Он просто его проверить пытается. Ты берешь его, заковываешь уже 2 раза. Нахуя? Че за хуйня? Почему я... Как я попал на этого игрока? Посмотри на него, посмотри. Ты видишь? А на полу, ты видишь? Дети какие-то. Да, детские куклы без одной руки. Ёбнутый какой-то, блядь, что за секта? Жуткие тайны ДРКРП. Ты чел в ахуе? Я не буду его грабить, он страшный какой-то. Агенты ФБИ, объясните. Агенты ФБИ, там какой-то сектант. Так, а он сейчас что делает опять? Продайте оружие, пожалуйста. А, он опять... У него еще и имя не Шиз.
Так тот, когда чел к нему зашел, он покрутился, остановился и ровно на него смотрит. Стоит, молча смотрит, чел постоял, говорит, я не буду тебя грабить. Откройте, взлом... я могу взломать ради, просто ради... Он доложил на него ментам, блядь. Что, не криминальный? Что, блядь? Можно я взломаю? Там какой-то сектант. Я слышал звуки, хорошо. Я не думал, что если я буду спектейтить просто за людьми, я столько хуйни непонятной и смешной одновременно найду. Ну вот, какой-то сектант. Что, как это еще называется? Я думаю, опасен он для общества, но для общества опасен. Я тоже опасен, но вот тут написано, что тут написано? Что за хуйня? А почему у вас вообще не ассасин? Для нашей безопасности. Ассасин, я вас... А что он сделал? Он просто вокруг кукол стоит крутится, всего лишь. Прошу, прекратите. Это не арест, мы пока смотрим. Шизофрения сплит. Так, сходим, пиздец, что у него написано. Ебать. Посмотри. Шизофрения, сплит персоналити, невроз, депрессия. Дети хотят есть, нужна еда. Мы то, что мы едим. Еда, это еда, то, чем мы являемся. Пидорасу. Зачем? Бля! Я пока просто за ним спектакл, ребят, я не видел так, этих надписей. Место. Он еще эти куклы по улице разбросал, ну, чтобы к себе эту отсылку эту сделать. Вот, вы себе представляете человека, который вот 3 часа на серваке наиграл и смог привлечь к себе внимание намного лучше, чем какие-нибудь долбоебы с 10 часами, которые просто нарушают в тупую. А он ничего не нарушил, он просто... хуйню какую-то сделал, блядь. Но я нигде не вижу этих пропов, которые он раскидывает. Зачем вы принесли куклу в мэрию? Вынесите отсюда куклу. Стрял во всех вас. И ушел, блядь. Спецназ в ахуе просто. Вынесите куклу отсюда. Он по одному их выносит и одного уже в мэрию понес. У него имя не Шизик, блядь. Он пошел, он отнес одну в банк. Я не помню, он что, все сейчас будет таскать оттуда по серваку? Хочешь, говоришь, мэр, дай мне лицензию, все, я тебе дадут лицензию. Чей-то магазин сейчас еще заберет. Все, не за что. Это что за хуйня? Чел говорит, это что за хуйня? Он дальше крутится. Он пришел, закрыл дверь и стал крутиться опять. Троих разнес по карте. О, он новое что-то выкладывает. Он что-то новое ставит. Подожди. Смотри, что он делает. Он потащил за собой в проход, не влезает. Не хочу я тут за РП играть на самом деле. Да и где-то еще. Я хочу за админа посмотреть, что делают люди. О, жалоба. Принимаем фрикил плюс фридамок. Не продаю, браток. ТП к себе. Посмотрите, пожалуйста, самый последний урон по мне. Угу. Я сейчас только гляну. Что, короче, спрыгнул с здания. И просто без какой-либо причины меня нахуй расстреляли. Причем сейчас вообще никакой РП ситуации не было. Хорошо, я сейчас чекаю. А, тебя убил, получается, бандит. Последнее убийство, правильно? Наверное, убийство, я не правильно? Видел. Я не видел. Последнее это убийство было? Это было издалека, походу, последнее АВП. Последнее убийство было? Да, последнее. Последнее убийство тебя убил бандит. Сейчас узнаем, что он делает и зачем сейчас он так сделал. Сейчас узнаем, что он делает и... Хернёй страдает какой-то. Что-то на балконе пристройку делает какую-то. Ну, мы можем его тэпнуть, да и все. Здорово. Короче, у него помеха постройки, то есть он видел, как я покинул пропы и намеренно... Подожди, давай сначала разберемся, за что ты его убил. Я уходил. За что ты? Помеха постройки. Помеха постройки, хорошо, давай, подожди, сейчас кое-что гляну. Ну, ты мог адекватно... Я не видел, что ты строил. По балконам, да, действительно, проталкивается херня, и я стою вот так вот с тулганом. Ого, как я... Он вообще тут стоит, вот видите? Я дальше не могу приблизить. Ну, блядь, не расстреливать же просто так, нахуй.
Другой вопрос, нахуя ты туда полез, если видел, что я что-то делал? Так, в общем... Я не видел, в общем, все, тихо, я увидел уже тихо. Позыв позициям, он находится вообще на улице, с лицевой части пятиэтажки, а ты его с забора детской площадки взял, убил. Зачем? Вайсмод разрешен, это, блядь, саундпад не разрешен. Ты его по деф позиции убил, когда он находился просто в городе возле дороги. То есть ты считаешь нормально, что чел принципиально мешает человеку строить? Как он тебе мешает? Что я мешал? Я тебя увидел после того, как залез на твои пропы, потом слезать начал на балкон, чтобы не ебнуться вниз. Господи, да тише, можете? Как он тебе мешал конкретно? Ну, он залез на пробку, которую я проталкивал, тем самым стал прозрачным. Ты думаешь, это нормально, да, что чел полез туда? Ну вот чел один раз залез, и ты можно его убил. Можно я тебе еще это, раз да? объясню? Нафига вопрос, он туда вообще лез, в принципе? Я понял, потому это неадекватная причина для того, чтобы убивать человека. У тебя идет фрикил, всего доброго. А у тела ФРП, и чё? ФРРП в чем? ФРРП? Ты его просто взял и убил за то, что он залез на пробу. Вы можете дальше спорить сколько угодно, я просто тебе фрикил выдаю. Смотри, ты когда прыгал с балкона, ты должен был бояться за жизнь. В любом случае. Так я не прыгал с балкона. Я сквозь твой проб провалился. Я на балкон залезал. Я на балкон залезал. Ты с балкона на мой поребрик. Я бандит. Я изучаю то, что там происходит. Какая нахуй разница? Ты должен, блядь, бояться за свою жизнь. Ну вот тогда какая, сука, нахуй разница? Нахуя ты вообще тогда в меня стрелял? У тебя free damage плюс, блядь, фрики. Иди нахуй проспись, пьянь. Я проснулся недавно. Не знаю, кто ты там, блядь, пьянь, не пьянь. Без оскорблений, ФК. Все, жалобу закрываю. Сейчас я тебя верну, получается. Большое спасибо. Да, не за что. Тебя арестовал дедуля, агент ФБИ. Вот. Ну и за что тебя арестовали? За челиком, ну мы просто там разговорились. Он был бандитом, он меня привел, запер меня в комнате. Там еще какие-то два челика были. То есть он меня обманул, просто так запер. Друга. Типа, пожать, я так говорю. Заперли, пришли эти агенты. Они его убили. Меня открыли, повязали и посадили за нападение на сотрудника. Хорошо, хотя сейчас я тэпну сидел, его, и мы у него узнаем его версию. Подожди. Отойдите, отойдите. Да боже, я умру, если ты это сделаешь. Ну ладно. Все, прекрасно. Че, пицца продается, да? Да, нет, да, нет. Да, пицца продается, сейчас мой заказ сделаю, то и тебя устрою. Он сделал вид, будто бы он жертва. Ну, я че, я вроде, ну это же он был, он с ним стрелял. А я это знал, я его поставил лесом к стене и арестовал, все. Пусть показываю демку. Стрелял, а, стоп, а вы узнали, что он по вам стрелял каким образом? Потому что там два человека стояло слева и справа вот от входной именно. Двери. Эти два бандита, вот. Они, у нас было трое вообще. Оба с калаша они стреляли. Они меня завели и закрыли в какой-то комнате. Окей, пойдем демку посмотрим. Странновато немного. Этот говорит, его вообще просто держали там, и он под раздачу арестов попал. А другой говорит, что он по нему стрелял, и за это был арестован. А, приватный канал Пуза Карлика 007. Вот это он нам сказал, короче, пойти на этот, домой, ну, потому это, что это, началась это, этот, комендантский час. Угу. Это просто хотел уйти, типа, обладаться, но подумал за ним пойти. Так, это ну друг, окей. Вот эти бегут, вот их двое. Угу. Вот он закрыл, вот он ржет, типа, вот он говорит. Оружие на меня наводит, значит, я пытаюсь убежать. Вот тут двое эти сидят. Вот он меня закрыл. Вот, слышал звук? Закрыли. Угу. Получается, вон там перестрелка на фоне. Вот тут он запросил что-то. Вот эти двое задержанные. Ну ты можешь дальше не объяснять, я послушаю. Че? Ты можешь дальше не объяснять, я просто послушаю. Включай обратно. А, окей. Короче, я их просто спасти хотел. Дальше слушай. Лицом к стене все. Так, ты будешь арестован за нападение на... Лицом к стене все. За что? Вот, все. Ага. Я задержан. Все, я увидел, да, там фриарест. Алло, да, я по демке посмотрел.
там действительно он ничего не сделал. Но он ничего не сделал. Его закрыли в этой комнате как раз-таки с остальными заложниками, а ты пришел, его арестовал. Я думал, это чел второй, который стреляет. Я его обыскал, видимо, уже. Не, там их было двое. Все, и все, тихо. Я же говорю, я смотрел. А там, получается, помимо него было два нелегала, которые как раз и были инициаторами. А он просто, считай, попал туда. Вот так вот у тебя фри-арест. Ладно, бань. Я думал, это второй чел, который с другой части двери, ну, с другой стороны двери стоит. Десятку ему выдам. Все. Жалоба окончена, я тебя сейчас верну сюда. 7 минут жалоба висит, конечно же, принимаем. Вопрос, имеет ли человек с катаной расширенный эфир РП? Ладно, хорошо. Здорово. Так, можешь посмотреть, пожалуйста, сейчас, кто гранату кинул в ТЦ? Это, во-первых, это будет первая жалоба, наверное, за фридамаг. А вторая, второй вопрос по поводу катаны. Смотри, если человеку, ну, то есть... Да, я тебе, я прочитал, я тебе отвечу. Давай с фридамагом разберемся тогда. Да. Я четко услышал оглушение, я правила читал себе. Террорист был, он гранату кинул. Сейчас гляну, подожди. А, позиции тут не посмотреть, но я его могу просто тэпнуть сюда и узнать, что он вообще зачем сделал. Привет! На тебя жалоба пришла за то, что ты просто так за кидаешь что? Гранату. Объясни, зачем ты это сделал? Вообще-то я написал типа в Dark Web, типа, что я собираюсь типа взорвать. В Dark Web? Что взорвать? Давай, еще раз объясни. Ты в Dark Web написал о том, что ты хочешь взорвать ТЦ. Во имя ахахахахаха. Неадекватная причина, однако. А, да, вот как раз неадекватная причина. Причина должна быть такая, что, ну, действительно иметь РП причину. Окей, можешь мне тогда объяснить? Можешь мне тогда назвать причину, которую я должен назвать? Ну, хорошо, вот у тебя подрыв. Подожди, давай так, давай так. Адекватная причина, адресованная обществу или властям. Я тебя просто исправил, цитирую, что написано. ТЦ, кому ты это адресовать хотел, теракт? Какой-то вот на каком-то игроку рисовать? Нет, обществу или властям, а не конкретным лицам как раз-таки нельзя. А, я просто посмотрю типа, с профиля. То есть заходишь, типа... Я понял, но это не правила профессии на серваке прописаны. Они прописаны в правилах сервера самого в документе. Хорошо, у тебя был какой план вообще все делать? Место проведения, оружие, ТЦ место проведения, оружие, граната, да? Во-первых. Алам алейкум, молодые люди. Ну, вот, во-первых, и он, на этом ограничимся. Я его забанил на 30 минут, все, жалоба, считай, закрыта. Да, хорошо, спасибо. Да не за что. Следующая жалоба. Блин, кайф мне жалобы поразбираться. А, их уже все разобрали. Еще и плюс реп воткнули. Класс. Че ты лысый? Плаки-плаки или куды-даки? Пиздец. Что ты лысый? Плаки-плаки или нормал дил 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 Что ты лысый, паки-паки или куды-даки? Что ты лысый, паки-паки, паки-паки или нормал дел в куды-даке? Вышел два. Что ты лысый, плаки-плаки? Ты у тебя оружие на оружие, понимаешь? Туда его нахуй. Мне не нравится твое нахождение здесь. О, я приму. Привет. Давай, мне жалко. Короче. Я там был на щели, да, и я зашел в него здание. Но он мне уже оружием видел, я вышел. Потом я под возле здания был, достал оружие и зашел. И потом он, когда я с оружием стоял, вот, я даже стоял с оружием, на него направлял. Он берет и достает дробаш и грохать. И там, ну, он убегает и забегает какой-то другой чел или ты бандит, и меня убивает. Хорошо, сейчас мы его тэпнем. На тебя жалуется, вот он. За феррарка. У тебя демка есть? Нету. Ну, закрывай жалобу, недостаточно это. Подожди, а куда ты уходишь-то? Да, блин. Закрывай жалобу. Куда ты уходишь? Останься тут, подожди. У него дым. У него оружие на оружие. Вы мне объясните вообще, что произошло. У него оружие на оружие. Не перебивай. Не перебивай, раз. Не перебивай, два. Не уходи. Я у тебя узнать хочу, как вообще все произошло. Вот так. Я стою, набираю в клан людей. Это животное... приходит... Без оскорблений. Говорит, что там, какие-то... Анклак. Он говорит такое. Вы лохи, что-то там. Лысый там что-то начинает с паки-паки, фигню какую-то нести. Я просто достал оружие, вышел, сказал. Потом, ну, он первый раз
ну, он зашел, потом обратно, вышел, потом обратно зашел. И вот. Я потом пришел, я тебе... Я достал оружие, а ты потом достал опять оружие. У тебя оружие на оружие. У тебя на это демка есть? У тебя на это демка не есть? Если а вот на, демки, а вот то... что ты, а вот что ты говорил, у тебя тоже демка на это есть? Вот что ты говорил. Ну, давайте так, вы оружие в ответ доставали, я вот вам сам вопрос задам. Я имею право не показывать демку свою. Я и не прошу демку показывать, я просто прошу ответить нормально. Вы оружие на оружие в ответ доставали? Нет. Я его оружием угрожал, не перебивай, три. Да что ты к этой демке пристал? Вот ты сейчас сказал нету. Нет, ты так не делал. Ты вот как достал оружие, так ты с ним и остался до того момента, когда он пришел. Нет. Сначала достал оружие, выгнал его, потом убрал. Ну, он вышел, обратно зашел. Я не понял, почему. По сути, если я им угрожал, он посреди улицы подошел, то есть в чужое здание, на открытом месте, где стоят люди. Тебя самого демка есть? А, так, у тебя помеха получается. Помеха на жалобе, Мангвир. У тебя я, по окончании жалобы уже есть, срок скажи. Будет. Не перебивай. А у него самого демка есть? Самого. Ты вот что, не понимаешь, что тебе говорят? Или ты специально так себя ведешь? Чё? Ты себя неадекватно ведешь и мешаешь мне, как администратору. 29.2 правила. У тебя уже 2 часа бана будет после этой жалобы. Как бы она ни окончилась. Ну, все 2 часа. Ну, я вот тебе захотел 2 часа за помеху выдать. Я тебя 300 раз попросил не перебивать никого из нас. Ага, вот и все. Ну, если у него нет демки, я не вижу смысла дальше. Нет, ты... А зачем ты жалобу закрыл? Подожди. Не хочу 2 часа бана, все. Ночной рейд. Ну ладно. Ну так ты сильно бан получил, потому что ты нарушил правила. Пиздец. Твоя правила. Боже, я могу идти? Тем более демка нет, есть? Вы никуда не тем можете какое идти. Тем более какое правило нарушил, демка есть. А у него демка есть вопрос? Ты можешь демка. Замолчать более, просто? Ты можешь замолчать или нет? Сколько тебя просить еще? Так, ну вот он что-то стоит, ему спамит плаки-плаки на демке. Надо тут присутствовать еще или нет? Господи, куда ты спешишь? Сиди и жди, пока тебе не скажут. У меня, у меня полпятого ночи. Мне надо провести набор еще с 30 ага. минут. Молодец. Я тебя поздравляю. Но на тебя жалоба пришла. Ну к тому же он жалобу уже закрыл, я не вижу смысла. Мне я вижу здесь смысл. Я еще ее не доразобрал до конца, поэтому сиди и жди. На, вот он сейчас тут ствол достанет. А, вот он нож достал. Вот он дробовик достал, угрожает ему. Тот отбежал за стену, вот здесь вот он. Ник чуть-чуть видно. И вот он забегает с оружием, а этот уже без оружия. Батя Сабану, за что мне? Скажите. Ага. Что он нарушил? За тем более я не видел такого. Вы тут говорили. Вы не раз говорили, не перебивать никого. Так, в общем, на демке получается... Ты также достал оружие на оружие в ответ, когда он забежал к тебе уже второй раз, когда ты ему угрожал оружием. Но ты в этот момент уже убрал его, значит у тебя тоже фир РП. Во-вторых, у него демка есть, во-вторых, у него демка должна быть. Господи, ты реально глупый, может быть, или как? Ладно, хорошо, я за вмешательство в работу есть? Тебе 3 часа выдам. А ты самую худшую оценку дам. Какую худшую оценку, если ты мне уже поставил плюс реп, мне уже все равно на твою оценку. Не думаешь, реально до нее есть дело? От такого, как ты? Понимаю. У него демка есть, что меня банит? У него я демка понял. Есть? Если не будет так демки, не он тебя будет банить, глупый, а я тебя буду банить. Банить нельзя. В смысле, банить у него, нельзя? У него доказательств нет. Я подам заявление на вас. Понимаете? Заявление? Куда? В полицию ты на меня подашь? В суд, может быть. Хорошо. Я прям еще буду подавать. Банить мне, я куда? Подавать. Куда ты там подашь? Вот кто? Ты представляешь вообще? Ты придешь, скажешь, хочу подать заявление на админа в Dark RP. Вот на тебя как на дебила будут смотреть, извини за выражение. Хотя ты он и есть, наверное. Я не знаю. Я не берусь утверждать вообще. Я сейчас баню буду отказывал подавать. Хорошо. Флаг тебе в руки и попутного ветра в жопу. Что вас уволит, Рафе? Бань. Ну, ты, я тебе говорю, ты шлите с Рафе, админом. ВВР. А еще вы что расскажете? Да, я бы на том месте давай, тоже особо не прикалывался. У тебя также выходит нарушение, так что все нормально. Без проблем. Ну, ты уволишься с Рафе. С профы? С какой я уволюсь с профы? С админа. С админа? А это профессия вообще-то когда-то стала? Ты, я что, на зарплате тут работаю? Ты больше администратором не будешь, говорю тебе последний раз. Я буду тогда администратором если снова, хочешь... я куплю еще раз привилегию. И опять тебя найду, потом забаню, если ты нарушишь. И что? Ну давай, бань, если...
Ну, ты следи за профилем. А ты меня что, напугать хочешь, то, что ты меня снимешь с админки? Окей, да, могу тебя снять с админки. А что ты там можешь, ты господи? Хочешь. У него дамки нет. Как это? Ну, у меня она есть, у меня есть демка. У меня есть демка. У меня есть демка на вас обоих. У меня заявление будет писать, мне пофиг. Заявление. Слышишь, ты классухе пожалуйся на меня давай, ты лучше. Классухе пожалуйся, объяснительную накатай. В сочинение, как ты провел лето, расскажи, что тебя забанил такой-то, такой-то админ, Ясос Биба. Посмотрим, что вообще скажет тебе училка на это. Давай, расскажи. Все, последние слова у тебя какие? Мангвир, последние слова у тебя какие? Никакие, что я подам на вас заявление. Хорошо, удачи. Флаг в руки. Последние слова. Так, в общем, и теперь у тебя выходит также на часик за ФРРП.